передачу мы хотим посвятить любителям надувного флота. Я сам являюсь владельцем надувной лодки. Хотя в свое время у меня были и дюралевые лодки, но мое желание ловить рыбу в таких местах, где не всегда получается скинуть лодку, взяло верх над комфортом. И поэтому моя надувная лодка мне очень помогает в моем хобби. Но при этом варианте я все равно являюсь сторонником комфортной рыбалки. И, к примеру, вытаскивать якорь из воды руками поздней осенью или ранней весной, когда температура воды чуть выше 0 градусов, мне удовольствия не составляет, как думаю и многим из вас. Поэтому данная передача именно для тех рыбаков, которые задумывались над вопросом установки якорной лебедки на надувную лодку. В первой части вы сможете увидеть, каким образом правильно разместить и приклеить пятаки крепления к вашей надувной лодке. Ну а во второй мы вам покажем, каким образом устанавливается лебедка на лодку, как лучше разместить проводку и, собственно, покажем лебедку в действии. Приятного вам просмотра! Очередной выезд на рыбалочку. Лодочка маленькая, для кого-то большая, 3,80 надувная. Фирма Energy заказали себе новенькую. Вот при выезде то, что получается у людей, в принципе, места-то достаточно, но если пользоваться якорем с веревкой, вот этот якорь, он всегда здесь. Кто-то еще использует ведро,
Вот, оно немножко убирает место, но тем не менее место не экономится. Поэтому мы сейчас будем ставить лебедку, а веревку просто уберем как ненужный хлам. Вы уже видели на нашем видео, как приклеиваются пятаки. И сейчас мы вам покажем, как легко устанавливается лебедка на эту лодочку. Вот наша лебедочка. Она не тяжеленькая. Можно одной рукой держать. Вот, вот прикреплена стоечка. Сейчас мы покажем дальше установочку. Вставляем первый штырь длинный. Фиксируем его колечками. На всякий случай. Он и так никуда не денется. Но, тем не менее, безопасность на воде никогда никому не мешала. Ну, теперь ставили нижнее крепление. Только смотрим по высоте. У нас специально регулировочки для каждого баллона, для каждой лодочки разные. И обязательно, опять же, фиксируем, чтобы у нас, бог не дай, не выскочило. Все, лебедочка готова. Остается только подключить электрику, повесить якорь. Аккумулятор мы используем маленький. Можно еще меньше, это у нас на 45 ампер. Это нам дня на 4. Ну, в принципе, можно неделю спокойно выезжать без подзарядки. На эту лебедочку вполне достаточно. Так что не нужно думать, что нужен огромный аккумулятор. Вот, по сравнению с конкурентами, мы мало потребляем электроэнергии. Опять же, аккумулятор вам по-любому в лодке нужен, потому что нужно подключать эхолот. Без эхолота сейчас практически никто не ездит. Поэтому сейчас будем подключать аккумулятор. Питание. Для того, чтобы проводка не занимала много лишнего времени, мы хотим сделать себе один раз и, скажем так, на очень долго, чтобы у нас было поставлено, провод будет оставаться всегда на лодке. Мы его сейчас закрепим стяжечками, подключим, закрепим стяжечками и дальше просто лодочку сматываем вместе с проводами. Не надо будет лишний раз проводить, терять времени. Ну вот мы подключились. Сейчас стяжечками закрепим. И она у нас будет здесь, но постоянно, пока не будем менять лодку. Вот у нас получилась такая конструкция. То есть везде зафиксировано, оно ничему не мешает, ни рыбалке не мешает, ни сбором-разбором. Потом в конце рыбалки просто нужно отсоединить клеммы от аккумулятора, провод оставляем здесь, все сматываем. В следующий раз просто нужно будет размотать и все. Так, самое главное, никогда не путайте клеммы, плюс-минусом. Почему? Потому что здесь стоит термореле, вот, на всякий случай, мало ли что бывает, это вода, вот, поэтому термичка всегда устанавливается только на плюс. Вот. А минус, ну уже минус, это минус. Многие не знают и всегда спрашивают, для чего эта скоба. Эта скоба не для фиксации каната, а для фиксации якоря. То есть на разные якоря мы сделали отверстия, и в итоге якорь становится или через скобу, или через ушко якоря в поднятом состоянии, когда переезды фиксируются. Давай. Сброс у нас моментальный, поэтому ждать долго не нужно. Так, якорь мы уже привязали. Все, якорь на месте. Вот, посмотрите, падает якорь свободненько у нас. Вот. И также быстренько поднимается. Ну что, у нас лодочка готова к рыбалочке. Сейчас мы поедем, будем пытаться что-то поищем. А не поищем, так в очередной раз погоняем лебедочку и покажем вам ее в работе уже, так сказать, в экстремальных условиях. Поехали, попробуем что-нибудь половить.
якорь у нас 6 кг. Его достаточно для надувной лодки, даже очень много. Такие якоря используют даже на 505-х фенвалах. И они отлично себя зарекомендовали и держат. Чуть-чуть отпускаются, чтобы я мотор не двигал. Ставим на подъем, все. Мы уже зафиксировали. Можем спокойненько остановиться и пытаться что-то поймать. 3. 4.2. Сейчас мы поднимем, а потом мы уже вдвоем покажем, как надо правильно мыть якорь, чтобы он всегда выходил чистеньким из воды. Ну, в данном случае чистый, ветра здесь нет, поэтому вопросов нет. Повторюсь немного за вес якоря. У нас сейчас якорь около 6 кг. Этого больше, чем достаточно для надувной лодки. Такие якоря, даже знаю, ребята используют на фенвалах 505 со соточкой. То есть держит изумительно. Веревочки, то есть якорного каната, у нас здесь намотано 40 метров. Поставить лодку с такой длиной веревки элементарно легко и просто. Поэтому рекомендуем нашу новую модель Steelhands 35.